Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте победителя прошлой недели, то есть прошлого года, по сути, можно так сказать. Я сегодня вам выложил, не знаю, завтра увидите этот видос. Победителя засняла его вчера. В общем, вот такой вот трэш. Одного, блин, победителя мы уже отпустили. Думаю, он там мега-мега рад. Получился топ-контент. Хотелось бы побольше такого трэшечка, но от вас больше активности, соответственно. Больше вероятность того, что кто-то из вас получит мега плюшки. Такой вот аккаунт у нас, аккаунт, судя по всему, тоже донатный. Даже мы забираем некоторые плюшечки. Так, 200, 200-очка доната уже есть. Вот такие вот плюшки. Пробуем здесь получить максимум. Еще и силу апнули. Вот так вот. Я не знаю, что это оно так засветилось. А, скорее всего, говорю, силу апнули, потому что получили питомца. Так, что у нас есть интересного? Трать с выгодой, понятно. Так, штампики, ну давайте позабираем отсюда плюшки эти донатные для тех, кто зажрался. Кстати, неплохо дают карточки. Неплохо, неплохо. Так, окей. Собрать супер бинго, забрали. Поехали, снеговиков полепим. И посмотрим, что здесь, как и почему и к чему. Доната не так уж и много, но силушка нормальная, в принципе. О, как обычно глючит. Вот это мне нравится, давайте. Так, кристаллы. Так, отлично. Отлично, и музычка закончилась, все просто отлично. Значит, будет стрелок. Нифига себе, нифига себе, сказала я себе. Вот это так акция. Так, отлично, с этим мы закончили. Поехали. Бога грома сегодня нет. Получить стрелка. Смотрим аккаунт, что у него есть, чего у него нет. Итак. Так. Некросвольт. Ну, в принципе, терпимо. Командора Феникс, Рибит, Асура, Махатма, Рогатка, Фрэнки. В общем, вот как-то так вот. Поехали посмотрим сюда, что у него тут делается. Тут у него печалька всему 7, семерочка. Ну что, попробуем выбить недостающих. Давайте это откроем, использовать, открыть все. О, два исцеления, нифига себе. Надеюсь, у него тыковка без исцеления. Неплохо, неплохо так. Пак-то, конечно, хотелось бы отсюда вытащить. Окей. 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 Так, смотрим героя, в чем у него есть с таким донатом. Так, нормально, печально, нормально. Ну, в общем, более-менее терпимо, я вам скажу. Для такого доната вполне неплохо. Так, Ханубис с БВшкой. Так, где наша тыковка? Тыковка, ты где? А вот она, ребятушки, и просто изи. И опять просто мега удача, я вам даже так скажу. Даже два исцеления вытащили. Ну что, поздравляю. Уже полуспеха у нас есть. Ну, конечно, было бы... А, блин, может, у него вторая с исцелением. А, не, у него тут... Может, даже еще и вытащили пятый халявный. Только зачем он, непонятно. Ну что, поздравляю, исцеление у тебя уже есть, прокачаешь ты уже его сам. Получили мы также стрелка, ну поехали. Самое интересное мы сейчас заролим, а потом откроем мешочки огника. Что нам надо по героям? По героям нам надо Фрэнки, Рогатка, Махатма, Асура. Ну, в общем, понятно. Плюс-минус находится, завтыкал гильдию, прорекламировать изначально, сори, богиня прошел, другую гильдию ушел, неприкаянные души, видел эту гильдию уже, кому-то ролил,
кидайте заявочки, вступайте первые, вторые места. Ну что, поехали. Самое интересное, 29 тысяч самов, и у нас начинается роллинг. Надеюсь, удачный недостающий героев. Хотелось бы выбить ему ни Медузу, ни Влада Дракулу, ни Студеного Рыцаря, а какого-то нормального героя недостающего. Ну, посмотрим. Самое главное, у него уже тыковка топовая. Это уже радует. Дед Мороз, ну, тыковка, фараон. Новый год — это хорошо, ребят, но это не то падает, что нам надо. Асура, ну чё, поздравляю. Уже еще плюс одно желание твое сбылось. Асурик, недостающий герой, супер. Let's go дальше. 450. Так, Купидон, ну Купидон — это хорошо. Леда Феникса было бы неплохо выбить еще, и можно разбегаться. Так, профессор Рибет, по-моему, он тоже недостающий, если не ошибаюсь. Давайте до 10к. Фрэнки, отлично, ну, просто изи, ребят. Профессор Рибет недостающий, Фрэнки недостающий, три недостающих героя мы уже достали. Ну еще, конечно, бы за 5 мешков собрать огника, это было бы вообще просто имбово. Так, окей, let's go. Так, пора идти в райд. Ну что, поздравляю, плюс 3 героя, плюс талантики. И сейчас посмотрим топовые рунки у тебя. Конечно, исцеление выпало, хотелось бы тогда воодушку в этом случае, ну да ладно. Так, разгромили мы кого-то в рейде. Let's go. Паладин. Артешка. Ну, давай уже. Леди Лео. Блин, 5к осталось. Ну, что-то как-то, ну... Я рад, рад. Хороший роллинг. Еще бы командорку словить и феникса. Ну давайте по 150 на удачу. Мне за 150 везет. Посмотрим, повезет ли ему. Так, не будем сливать фрейя, потому что потом очень дорого резать. А, так, 150. Шаман. Палач. Разруха. Ну не та разруха, которую вы подумали. Так, опять этот рыцарь, ну не то. Стрелок. Ну жесть, падает по 150, конечно, тоже очень круто. Даже Сноу Зиланом упал. Ну как же не без Сноу? Пандочка. Ну интересно, ну какая будет следующая имба? Студеный. Ну, рандомчик. 5, 4, 3, 2, 1. Шаман и королева змей опять тоже упала. Там тоже, по-моему, королева змей была последним героем. Так, хорошо, это все мы оставляем. Поехали, откроем недостающих героев. Рибет, я надеюсь, у него места есть. Я просто так взял от фонаря Рибета, первым открыл. Блин, два стрелка выпало, жесть. Прям как на моем бездонатном аккаунте, только с донатом. Так, ну и Фрэнки. Отличненько. Плюс 3 героя. Так. Смотрим. Фрэнки такой, Рибет такой, Асурик такой. Ну, я не знаю. Давайте одну коробку у него стырим. Короче, самоубились, ребят, мы. Все понятно. Не будем открывать коробки. Ну что, поехали к самому интересному. Забрать надо еще отсюда плюшки. На предыдущем забыл. Скажу, пусть заберет. Ну, let's go. Let's go, let's go, let's go. Так, это не то. На, вот сюда. 5 мешков. Минимум 50 мы уже ему собрали. С чем тебя поздравляю. У тебя четверть огнекрыла уже есть. Первый. 15. Ну, немножко больше, чем четверть. Еще раз 15, 30, 50, четверть уже есть.
60, и, блин, ну сейчас бы, конечно, 100 упало, было бы очень круто, но все-таки нам падает 10. Ну, по крайней мере, 1/3 уже у тебя собрано. Это намного легче, чем вообще ничего. Чем поздравляю с недостающими героями. Надеюсь, они тебе помогут. Особенно тыковка с исцелением. Это просто топчик. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики, ждите новых конкурсов. Всем удачи, всем пока.